Всем привет и добро пожаловать на канал «Помешанный на музыке». И как всегда, у меня есть реакция для вас. И это опять будет этот человек. Он же просто легенда. И это «Грешная страсть» с московского концерта. Он так погружен в песню. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна. Уже сердце озарило, как весна, только ты одна. Дай мне, дай мне долгим огнем пылать по мгле мне на съезд. Честно, он как будто иногда превращается в другого певца. И это всегда такой эффектный переход и контраст. Я даже представить не могу, чтобы кто-то делал подобное. Конечно, все мы меняем голоса и делаем всякие штуки для придания контраста, но этот парень совсем на другом уровне, и это просто удивляет. Включу-ка я субтитры, если они там есть. Но в целом, я чувствую, о чем эта песня. Я слышу эту страсть и эмоцию, хотя я не знаю слов и не понимаю, о чем он поет. Дай мне, дай
Что он только что сделал со своим голосом? Этот парень просто... напичкан техникой. В том смысле, что... да во всех смыслах. Я прочитал столько комментариев. Типа, может то, может все. И это только вторая реакция. Вторая песня. А он уже показал мне такое... многообразие вокальных способностей. Это ж с ума сойти. Парень выдающийся. Я понимаю, почему вы говорите, что он лучший в мире. Я уже сам начинаю в это верить. Хоть это только мой второй раз, и, конечно же, в мире есть много других певцов, но вот этот вот парень — это нечто другое. Мне нужно поехать и увидеть этого парня вживую. Это я вам скажу. Настоящее чудо. Я никогда не видел кого-то подобного уровня. Есть куча поразительных певцов. Одного жанра. Да и многожанровых немало. Но... вау! Меня так раскочерыжило от этого. Хотя я даже не понимал слов. Не понимал, о чем речь. Чтобы связать это в эмоцию. Я просто влюблен в его голос. В эти ноты, что он берет. Нижний регистр. Смешанный голос. Потом из диафрагмы. Головной голос. Фальцет. Если серьезно, то у этого парня есть все. Это ж безумие. Это дурдом.